Всем привет! Смотрите очередные позитивные новости из Украины за последние 24 часа. Мы начинаем. Первое. Для вооруженных сил Украины построили тренировочный комплекс под названием «Бой в населенном пункте». Второе. В городе Буськ во Львовской области начало работу предприятие «Ковш-сервис», которое занимается изготовлением навесного оборудования для землеройной техники. Третье. В Старичах во Львовской области заселили уже 4-е солдатское общежитие. Таким образом, уже 500 военных получили комфортное жилье. Четвертое. Впервые за 40 лет провели капитальный ремонт в урологическом отделении Подольского регионального центра онкологии. Также здесь обновили медицинское оборудование. Пятое. Военные 92-й бригады получили квартиры в новых домах. Всего 80 офицеров получили ключи от квартир. Шестое. Израильская компания закупила украинскую автоматизированную станцию пассивной радиотехничной разведки под названием «Кольчуга-М». Седьмое. Механический завод под названием «Карпаты» в Новом Раздоле в этом году нарастил производство вагонов до 1000 в год. Восьмое. 46-й отдельный штурмовой батальон «Донбасс Украина» получил партию отремонтированных танков ТС-64БВ. На этом сегодня все. Спасибо каждому, кто смотрит нас. Ставьте лайки, делитесь с друзьями видео. Рухаемся тільки вперед. До следующего выпуска.